Привет! Пришла очередная хреновина из Китая, только уже не мне. Это здесь должен быть телефон. Ну как должен быть, и есть телефон. Как же мне сказали-то? Блин, я забыл. Короче, какая-то из новых фирм. Новый какой-то бренд телефонный. Давайте посмотрим. Живем нахрен все. Какая коробочка. Плюс, конечно, этого телефона в том, что он не очень дорогой, 8-ядерный и с LTE. Я не знаю, сколько он обошелся. Ссылку я возьму у парня, которого заказывал этот телефон. Оставлю его в описании. Да, конечно, коробочка. Такое ощущение, как будто нет этого телефона вообще. Чехольчик. Клеющиеся наушнички внутриканальные. С микрофоном получается, да. Ну, один ответ. Самсунговская зарядка. Ну да, чисто самсунговская. USB кабель. Больше ничего тут нету. Какой-то пенопласт вложен. Короче, коробка, конечно, жесть. Вот сам телефончик. Телефончик берем. Нафиг она нужна. Там в комплекте запасная есть. Тут что, дисплей 4,5. Давайте включим его. Честно говоря, я не знаю, по характеристикам его вообще никакого, никаких. Я сделаю обзор. Такой быстренький. Расскажу, какие характеристики в нем. Что за телефон, я тоже не знаю. Что это за телефон? Так. Включился. Ну, вот, полностью русский стоит. Не притормаживает. Ну, если моя камера тормозит, то это так. А так он шустро работает. Давайте зайдем в настройки, посмотрим систему на телефоне. Так, Android версии 4.4.5. Это очень забавно. Так, версия ядра здесь MT6592. Более подробный обзор сделаю сейчас на этот телефон. Потестируем, погоняем. Так что, как-то так. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.